6 апреля Нурлан Ногаев в первый день трехдневной рабочей поездки в районы провел встречу с жителями села Акшимурау и Шаир, сообщает пресс-служба акима области. Акимы села отчитались о проделанной работе в 2021 году и поделились планами на 2022 год. Нурлан Ногаев, в свою очередь, проинформировал собравшихся о проводимой работе в области, ответил на вопросы и выслушал предложения сельчан. На встрече с акимом области жители подняли вопрос улучшения качества мобильной сети и интернета. Высказали свое мнение об автомобильных дорогах и строительстве медицинского центра и центра занятости. Говорили о необходимости корма для скота и создании лучших условий для специалистов в сфере ветеринарии. Обсудили вопросы, касающиеся строительства спортивного комплекса, экологии. Глава региона отметил, что поднятые проблемы будут решаться последовательно, исходя из приоритетов. Думать, что новый Казахстан мы построим за один день, ошибочно. Для реформации нужно время. Важно также осознать, что никто вместо нас не сделает страну лучше. Мы должны вместе сообща трудиться над созданием нового Казахстана. Нурлан Ногаев также провел неформальную встречу с молодежью Мангистауского района. В ходе собрания он рассказал о проводимой в области работе и ответил на вопросы присутствующих. Глава региона отметил, что местные исполнительные органы готовы оказывать всевозможную поддержку молодежным инициативам. По итогам первого дня рабочего визита глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.